Что мне вам показать? Драму, комедию, фильм ужасов или боевик? Он был такой забавный, я никогда не думал, что он станет профессионалом. Он открыл мне новый мир удовольствия от работы. А потом он чуть не разбил мне сердце. Я тогда еще подумала, боже, какой умный парень. Признаться, я ему даже завидовал. Таких, как Антон, больше не делают. В нем удивляло совершенно все. Он был настоящим, так сказать, интеллектуалом. Он во всем пытался дойти до сути, но ему удавалось мягко, не отдавая себе отчета, подстегивать нас, поднимать на свой уровень. Наш мир так быстро меняется, но его не должны забывать. Снято! Снято! С любовью, Антоша.